Турции по 900 рублей, Благовещенский миллионер и любвеобильный конкурс. В эфире «Область в сети», как и чем живет Приамурье в Инстаграме, расскажу я, Марианна Геворкян. Это программа, которую мы создаем вместе, ведь в ней все самое интересное за неделю, что вы публиковали, лайкали и комментировали. Пока аптеки скребут по сусекам в поисках медицинских масок, а предприниматели подсчитывают убытки из-за закрытой границы с Китаем, обычные амурчане пустились на поиски огурцов. Овощ, который всегда можно было купить в ларьке или супермаркете, стал настоящим дефицитом. Своими находками в Инстаграме делятся десятки человек. Вот, например, остатки китайских огурцов в одном из супермаркетов Благовещенска стоят 300 рублей за килограмм. Кило огурцов из Новосибирска продают за 460 рублей, а овощ из Азербайджана и вовсе золотой. 900 рублей за килограмм. И, кстати, продавцы сами же пытаются создать ажиотаж. Такой фотографией с нами поделился подписчик. Под публикацией в Инстаграме Амурского областного почти сотня комментариев. Маркетинговый ход, чтобы сбыть продукцию. Паника на ровном месте. Жили раньше без китайских овощей, здоровее были, пишут одни. А другие достали запасы соленых огурчиков и квашеной капусты. Ивановский район на минувшей неделе встречал генерального консула ФРГ. Презентовали инвестиционные и туристические проекты, прошлись по селу. Амурчане сыграли ему на ложках, а сам генконсул неожиданно сел за пианино, да наиграл мелодию. Да так, что составил бы конкуренцию Денису Мацуеву. Видео у себя на страничке разместила сотрудник администрации Ивановского района Анастасия Дымова, чем очень порадовала подписчиков. А вот газета «Амурская правда» поделилась в соцсетях фотографией нового миллионера Благовещенска. Деньги художница выиграла в лотерее. Ловите секрет успеха. Женщина купила 15 билетов в разных точках продаж. 1 января села перед телевизором зачеркивать цифры, но отвлеклась. И о своей победе узнала на сайте компании. Но как они это делают, вздохнули активные пользователи амурского инстаграма. И поделились своими крупными выигрышами. В разные годы кому-то по 23 билетам получилось выиграть суммарно всего 1000. Кто-то порадовался 5000 рублей или фотоаппарату «Зенит». С ветерком. Далее подборка видео, как амурчане развлекаются этой зимой. Пока одни кутаются в шубы и ждут лета, другие садятся морозным утром на параплан и встречают рассвет. Эти кадры сняты на Чигиринском водохранилище. Дух захватывает от такого экстрима. Нестандартный зимний отдых предлагает один из конных клубов области. Тут тебя и на лыжах прокатят по полосе препятствий, и на ватрушке. Этих собак запрягли в сани в селе Иннокентьевка Архангельского района. И животным весело, и хозяину не скучно. А туристический информационный центр даже снял на видео, как отдыхают на берегу Зии. Горку сделал 62-летний благовещенец Сергей Крюков. И она очень полюбилась местным жителям и особенно детям. И по традиции об интересных и полезных аккаунтах, которые ведут в Инстаграме амурчане. Два приятеля енота шли с корзинкой на охоту. По болотам побродить, да лягушек половить. Автор этих строк – амурчанка Людмила Мерзлякова. Учительница из села Волково Благовещенского района. Вышла на пенсию, открыла для себя новое призвание – создавать детские книги. Она пишет добрые стихи для ребят и сама иллюстрирует издания. Сегодня в ее копилке 8 книг. «Большие лесные новости», «Песня о Норском заповеднике», «Чучик», «Мои друзья». А в своем инстаграме она даже предложила подписчикам помочь ей и вместе сочинить новые рассказы. Интересно? Загляните на страничку «Амурская детская писательница». Почему, кстати, книги Людмилы Мерзляковой такие милые? Потому что созданы с любовью. А если и вы хотите поделиться своими чувствами, участвуйте в нашем конкурсе «Ко дню Святого Валентина». Все подробности под хэштегом «Это любовь АОТВ» на страничке Амурского областного в Инстаграме. У нас уже больше 30 участников. Присоединяйтесь, размещайте фотографии и выигрывайте призы. Итоги редакция подведет 14 февраля.
А на этом все. Делитесь с нами интересными событиями вашей жизни и жизни области. Отмечайте в постах @amuroblnijneyapodcherkivanie.tv или ставьте хэштег «Область в сети». И, возможно, узнаете свои кадры в следующем выпуске.